стоит машина Соединенных Штатов Америки. Хотите посмотреть? Вот о, аста мы буквы. Так идемте, идемте, я вам покажу. Лашу, ну не майра, так Евросы видно. А вон они там, вон там стоит. Евросоюза машина стоит, да? Почему вы только тут? Россия. Европа. Внутри села Орехи. А, вот еще вот это все, провокаторы, что ли, пришли? Не провокаторы мы. А то Люксембурга все вам не поймает. Не, серьезно, чи інфламатор, чи твоїми дела протест? Чи врає, чи ти тим фоєш, а чи не тоєш? Чи не єш? Я у сон приму політику призонірення. Та ну що за колишину в коментарі? Ну, так всі здесь люди, що це помойка, до сьогодні десь майбунь. Шибрега. Твой брат сбежал, ты убежишь и трясешь. Нас такой мемениццар, дяму. Если будешь так выражаться. Сыщи пемениццар. Сыщи пемениццар, дяму. Слушай, вроде нашли нормальный общий язык, да, и правый, и левый. Зачем сейчас опять начинать вот эти разговоры? Вот объясни мне. Ты адекватный человек? Ты ворбеж тебе. Не, ну скажи, ты нормальный человек? Ну. Ну вот тогда иди лечись. Слушай, я с тобой нормально всегда общался, понимаешь? Зная, какой ты активист, ты много сделал. Ты много сделал. Я сказал, что прайм это помойка плоских металлов. Ты с этим не согласен? Да серьезно, а где на ЧТВ, например, кого-то там оскорбляли или что-то фальсифицировали? Подожди, ты конкретно говори за канал. Вот ты сейчас оскорбил канал ЧТВ. Что ты говоришь? А где там была какая-то дезинформация на канале? Да. Ну, вот я. Ты конкретно. Не надо сейчас вот этими. Этими общими фразами. Ты конкретно скажи, где и в каком репортаже? Туати. Подожди. Туати репортаж. Чемсюнде дезбатер, вин нума мембри песереме. Если не чемсюнде дезбатер, если другие не приходят. А это аист кип. Ну не приходят другие. Вот вам все время не имется. У вас только один Путин в голове, понимаете? Мы на Москве у вас. Вот вас лечить надо. Да, Дегтярев бурат на Москве. Дегтярев бурат на Москве. Помимо Путина, его всегда не Путин. А другие не летали? А другие не летали? А что, это плохо? Это плохо? Не надо фиг другу ловить. Иметь хорошие отношения с Российской Федерацией. Да, с Костолянского официалцем, ну с ПФАКа же. Да, прямо с Ильей. Все куда-то кто-то ездит. Там Курлик Ильей звали. Да я думала, Москва судочи, вей. Я думала, Москва судочи. Додон судочи, ну мы на Москву. Вы хоть снимаете? Так я не привез их сюда. А ось макар ди, це ж факут фацика, пришедіть, жду кодати Романія. А вас просили туда йти? Жду кодати Романія. Да, где вы были? Добровольно пошел. Вот, да. Куда вы пошли? Куда? На войне. Вот туда и спрашивайте того, кто вас туда послал. Вот его. Нет, я буду спрашивать про Румынию в следующем. Так сидят вот это реально провокация. Ну иди там есть. Так ну и доход парень, а вы гатый провокатор. А при чем я не сказал? Здесь не о Додоне речь, а при чем здесь о Додоне речь? Ну я раз речь здесь при помойке. Я сказал, что каналы Плохотнюка, помойка. Помойте просто. Да, еще раз. Ну ты, значит, защищаешь каналы Плохотнюка. У вас раньше Румыния пресса, что-то цель моя идет. Вместо того, чтобы найти... Да, у меня с другой стороны есть... Да, я укреп Шахчен тебе, тот мне для помойки. Да, у меня плохотник, я буду... Да, в основном варианте, да. Передача. Человек-батер, ну, ваше серемя видит. Все каналы несут какую-то определенную пропагандистскую... Да, все остальные. Хорошо, давай. Да мы сидим агент из прессы, сидим блогер. Агент из прессы, агент из прессы. Все свободные граждане могут находиться на ступеньках. А здесь вы считаете, какая-то угроза безопасности? Такому мы не аккорд. Парере, а людям мы гады. Провокатор. Не надо превращаться в бабу. Провокатор. Я тоже не знаю. На упарте где милиции. Я, кстати, тоже как раз специализировался в безопасности. Вчера не замечали. Кидемка.